did you know anything about Tajik culture before? No, actually no. Did you know that they're eating food with hands? No. How was your impression yesterday? I was shocked. I was thinking, well, before I only think about that Indian culture, they like to eat with hands, but yesterday he really shocked me. I'm like, I already prepared a spoon for him. Yeah. I'm like, I have spoon here, and why you have to use your finger? Yeah. And right now, in Taiwan, usually think women a little bit stronger personality than guy. Oh really? Oh wow, that's something. Tajikistan, you? It's absolutely vice versa. Like in my age. Yeah, understand. I'm not sure about my parents that age, but in my age, like my friend, my classmate, they and she and her, like one of my classmates, she and her boyfriend, when they're together, she's always like just one phone call saying I'm here and come pick me up and I'm drop me off at the other place, and his boyfriend will show up with his motorcycle and then come and pick her up and go to like department store or wherever she wants to go. Yeah, and then there, and I actually really depend on him. Yeah, and but I like it. Like, I actually prefer someone who is stronger than me. Yeah, I want someone who can kind of take a little bit control, because if I just made my decision, I probably will regret in the future. So with him, I actually feel like I can relax more. Yeah, I don't have to. Remember, he was eating the blessings yesterday. What? How? That's right. What at their wedding? Xing Ling was explaining that the blessings were coming from them to the guests. Yeah. So Sean and she were not allowed to eat them. And then at the dinner table, Sean reaches over, eats one, and she's like, and then he takes another. В Таджикистане у меня такое воспоминание было, что мы все за таком огромным столом сидели на курпачушках, пили чай из пиалков. Я там сидела такая маленькая, смотрела на всех и думала, это моя семья. Даже если я интроверт, люблю одна побыть, семьей я точно... Потому что они тебя знают, чувствуешь, смотришь на них и знаешь, ты меня знаешь. Я себя вижу в тебе, я могу о себе научиться в тебе. Она мама, она их очень любит, но не то, что сильно дергает. А с дочкой, мне кажется, она может быть побольше по вниманию обращала на как она выглядит, как она себя ведет, с кем она. Старший брат говорит младшему, если отец говорит что-то сыну, если мать говорит что-то сыну. Для него очень важно было, чтобы вот эта иерархия соблюдалась, и все как бы уважительно друг к другу относились, не перечили. Вот это было важнее всего. Очень часто родители разруливали, когда возвращались с работы. Был момент, когда я тихо, молча все записывал, а когда родители пришли, я просто представил список всего, то, что он сделал, то, что не должен был. Старший брат говорил младшему брату, что там посуду помыть, кушать приготовить, квартиру убрать, но все равно распределялась по степени возможности, по abilities. Like, если старший брат может приготовить, значит младший брат будет мыть посуду. На него очень много чего возлагалось, потому что он старше был. И соответственно, если мне хотелось пойти с друзьями поиграть в футбол, он часть то, что я мог выполнить, он возлагал на меня. Примитивный пример. Я пошел гулять с друзьями, полы помою у себя в комнате. Хорошо, я иду, протираю, мою, возвращаюсь, говорю, все, сделано. Он шел в мою комнату, ложился на пол, протягивал руку под мою кровать и проверял, вымыто там или нет. Соседки, яблоня была огромная, и они нависали над бабушкиной крышей,
крыша была из шифера, и я на нее залезал, на нее очень сложно было залезть. Я на нее залезал с книжкой, укладывался под этой яблоней и прям срывал эти яблоки, ел их до конца. Оставался только вот этот деревянный хвостик, и я его выкидывал. Огрызки я даже тоже съедал, иначе если их бросать вниз, по ним меня могли вычислить. Он всегда хочет позаботиться, хочет сделать так, чтобы было вот каждому человеку удобно так, как он хочет. Он пойдет, что-то найдет, принесет еду какую-то, напиток какой-то, где-то что-то, кого-то укроет. То есть каждому пытается сделать хорошо. У нас 4 парня в семье. Соответственно, мы замещаем девочек в семье и помогаем во всем матери. И готовить, и убирать, и стирать, и порядок наводить абсолютно все. Да, с определенного возраста мы переходим на «вы». Конечно, когда только начинаешь ходить, то ты и так далее, да. Но спустя там какое-то время мы переходим на «вы» и только на «вы». Ругаемся даже на «вы» с братьями. Конечно, до этого редко доходит, но... Уважение всегда должно быть в семье. А если дерешься? Дети же дерутся иногда, особенно мальчики. Не переходим на «ты». Даже деретесь на «вы»? Да. Говоришь, вы отдайте мою машинку? Да, да. Я вот думаю, дети наши разъехались по всему миру. Шерале в Голландии, Шурат в Америке, Далер в Южной Корее. Фуркат с нами. Как это детьми не занимается? И вот внуков я постоянно в садик вожу, со школы забираю. И когда у меня дети были, и постоянно в школу отводил, уроки готовит, помогал. И гулять отводил постоянно. Вот так и сами воспитываем. Да, я очень вкусно готовлю. Это моя самая слабость. Любое блюдо я могу готовить. А вы можете сказать, почему плов вкуснее есть руками? А вот когда руками кушаешь, там масло, вот это все, жир в руках, вкус дает какой-то. Мне нравятся вот кишлаки, если двор. Там барани есть, козлы, там коровы, вот огород делаешь, разные этот фруктовые дерево посадишь, это тоже нравится. Он очень задумчивый, он немножко как папа, in the sense, что он очень иногда может быть хитрый, знаешь, и он немножко, знаешь, если ты Ты хочешь ему вежливо быть, знаешь? Да. Он все-таки дедушка или как папа, он все-таки папа. Да. Но он это использует. Да? Он знает, что ты хочешь быть вежливой, значит, он сидит кушать, и ты просто читаешь или на телефон, и он дает тарелку, типа, иди, убирай. Да, папа тоже делает. А да. They welcome you, you know? Даже если ты уже живешь там в Амстердаме или в South of France, знаешь, буржуазии, etc. Они тебе welcoming делают, как будто ты уже part of the family. И они такие accepting, и это просто не случается, знаешь, в high school или в таком мире. Да. Это очень красиво, это очень мило. Я всегда папу видел как папа, знаешь, взрослый, он все знает, это папа. А когда я увидела его с братьями... А как они хихикают? А это так... Кажется, It's они so просто funny. Братья. It's so funny. Она такая молодая, знаешь, внутри. У нее столько сказать, столько энергии, столько... Она такая милая, она такая красивая тоже. Ну, она просто... У нее сердце такая большая. Потому что сначала муж во всем помогал, мы все вместе делали.
Потом они по возрасту все домашние дела вместе делали. И, ну, я, наверное, даже не чувствовала, что у меня дочери нету. Они могли с тестом возиться, и кушать готовить, и посуду мыть, и уборку делать. Так что это счастье. Они у меня особые, красивые, умные. А как вы их так воспитали, что они, действительно, я смотрю, все время вскакивают, что-то убирают, готовят, подметают, вытирают? Ну, это огромный труд. Просто вот каждое, что необходимо было делать, я могла сколько угодно повторять, сколько угодно обучать, и где что не так подправлять. Очень большое терпение нужно. И в то же время я все свободное время занималась с ними, с уроками, чтобы они, именно моя мечта была, чтобы они получили хорошее образование, были грамотные, и чтобы многого добились они в жизни. А они все хорошо учились? Да, они, ну, у них отличная учеба у всех. И потом, когда Шерали уже пошел, вот все у него вот пошло, учеба, и потом институт, и потом магистратура. А они были образец для подражания не только для моих детей, но и для детей, например, для двоюродных братьев, сестер. И все. И вдруг он приехал на работу. Я ему сказала: ты почему на работу приехал? Он говорит: мама, у тебя был такой голос, что я хотел этот... Удостовериться. Да, что все нормально, что... Я так бы, у меня было бы неспокойно на душе и было бы плохо, и поэтому я решил приехать из глаза на глаз, чтобы увидеться и все выяснить. Ну вот в замочную скважину затолкал спички, не могли дверь открыть. Или же в школьном вестибюле огромная дверь, он стекло разбил, они требовали такого размера стекло, которое было очень тяжело купить. И мы предлагали несколько, 6 там, или 4 стекла взамен, но они потом согласились. Фурхат, вот он молчаливый и не все высказывает. Ну, а мягкий, покладистый, вот с самого начала, по-моему, Далер был. Что-то так прям кипит внутри иногда, да? Да? То есть кипит все-таки иногда? Да, конечно же, да. А из-за чего может кипеть? Ну, то, что иногда я, например, себя или бессильным считаю, или как-то думаю, например, я все-таки младший и смогу повлиять или изменить братьев мнение, как бы. Да. Все время мне казалось, что взрослый совет им нужен, как бы, чем этот. Но мне Шерали всегда объяснял то, что это... со взрослостью не приходит, а зрелость. Да, со зрелостью. Да, то есть зрелость, она не из возраста зависит. Так что... У нас, ну, в принципе, так принято, я уже привык, я к этому спокойно отношусь. И сам тоже стараюсь, как бы, если что-то надо сделать, первым подойти, как бы, и быстро начинать это все делать. Мы прям с детства привыкли. Чем младше, тем больше, конечно. Бегать приходится. Но все равно у нас так распределено было. Например, я как, если чересчур маленький, то не могу же я, например, полы, да, мыть, то старшим приходится. То есть все равно был какой-то баланс. Мне много поблажек делали. В основном братья всеми этими хлопотами занимались, потому что я и спортом, и музыкой занимался, как бы с утра до вечера занят был. И у меня постоянно рядом братья были, то есть они вот эту основную работу делали, а я в основном или вытирал там пыль, или, например, посуду мыл. Для меня это не так уж и сложно. Как бы. Видно, он как... Как это? Как энциклопедия, да? У него кажется, как будто он все знает. Как бы. И мы с Жасминой, кстати, так обрадовались, когда он сказал, китайский язык, он легкий, а мама Ху Шин Лин, она учительница, оказывается, по-китайскому, она говорит, да, really? И она попыталась объяснить ему, и мы с Жасминой так, наконец-то нашелся кто-то, кто... может ему что-то научить, это, да, поучить. Он не,
Алиса, да? Да? Да. Мы пели песни, у нас был концерт. Концерт? Где? А, и потом, когда карту подношу, да. Вот так выталкиваю. Целая техника. Тряпку брошу. Я ем белый. Жить на востоке. Дров никто не принесет. Все лежат на солнце коке, чешут пятками живот. Нам не надо сомневаться. Свой кунак, и лучше даже сказать, садик в Москве живет. Таню Джон мы очень просим, пусть нам Лазар привезет. На горе его поставим, найдем на ресторан. Будет он шашлыки жарить нам на весь Таджикистан. Нужно собрать пол, прижать к тарелке, чтобы прикрыть.